Вакцина от COVID-19 становится еще доступнее. Защитить себя от коронавирусной инфекции могут и жители отдаленных малонаселенных пунктов. В Батыревском районе ежедневно работают мобильные бригады. Для этого было закуплено 4 санитарных автомобиля. Врачи из районной больницы выезжают в фельдшерско-акушерские пункты для вакцинации от коронавирусной инфекции всех желающих. Но сначала обязательный медицинский осмотр. Температуры нет, противопоказаний к вакцинации нет. Так что может вакцинироваться. Вакцину гамковид-вак медики привозят в специальных термосумках, чтобы поддерживать нужную температуру. Я доверяю этой вакцине, потому что многие мои знакомые уже вакцинировались, и они чувствуют себя очень даже хорошо, без каких-либо симптомов, без каких-либо последствий. Доставляют вакцину и в малонаселенные пункты. В поселке Люля в Батыревском районе проживает менее 70 человек. Здесь нет стационарного ФАПа, поэтому сюда отправился мобильный комплекс. Сюда, значит, наши медицинские работники приехали с утра, провели медицинский осмотр, диспансеризацию и, конечно, сегодня еще провели вакцинацию против коронавирусной инфекции. Инесса Потапова, Александр Ратиков, Республика.